submarino di Leonardo rimase un segreto per secoli. Работа Хито Штерль, посвященная подводной лодке, которую якобы изобрел в 16 веке Леонардо да Винчи для защиты Венеции от набегов оттаманских армий. И эта подводная лодка могла топить вражеские корабли. Вот Хито Штерль сделал такие три гнутых монитора, которые очень страшно выглядят сзади, но, к сожалению, снять невозможно, потому что очень темно. И эта анимация построена на каких-то тоже алгоритмах. Ну, в общем, тема Хито Штерль очень характерная для нее работа. Вторая интересная в моем списке работа. Первая была «Славяне и татары». La tecnologia di intelligenza artificiale utilizzata per prevedere il futuro in questo video è nascosta all'interno del video stesso. Se vedi un disegno di una donna, guardala in faccia. Специалисты, музыканты.